На станции метро «Рижская» большой кольцевой линии в рамках совместного проекта МТС и московского метрополитена была установлена арт-инсталляция «Ковер-самолет». На изогнутом мультимедийном экране демонстрируется графический ролик, часть дизайна которого генерируется нейросетями. Визуальный ряд демонстрирует возможности высокоскоростного интернета от МТС на всей территории метро, включая новые станции большой кольцевой линии. Благодаря этому пассажиры могут продолжать пользоваться привычным контентом со скоростью до 250 Мбит в секунду, смотреть потоковое видео, слушать музыку в стриминговых сервисах, играть в онлайн-игры, наслаждаться книгами. За счет эффекта стремительного перемещения камеры вперед у зрителей создается ощущение полета по нитям ковра самолета сквозь образы, олицетворяющие развлекательные сервисы МТС, онлайн-кинотеатр «Кион», книжный сервис «Строки» и МТС Мьюзик.